особенности 4 недели беременности. Но есть и ряд других симптомов и признаков, по которым можно судить о наступившей беременности. 4 недели – это как раз тот переломный момент, когда женщины узнают о своем новом положении из-за отсутствия критических дней. Общепринятая медицинская система подсчета от первого дня последней менструации, то есть 4 недели беременности, это всего лишь 2 недели от периода овуляции и непосредственного зачатия или 4 недели от первого дня последней менструации. Первое, что нас с вами стоит уточнить, это каким образом считать недели беременности. Ощущение мамы на 4 неделе беременности. Говорить о каких-либо внешних изменениях на 4 неделе беременности пока еще рановато, живот на 4 неделе беременности не увеличивается. Еще в размерах, но ваши ощущения могут уже и на таком маленьком сроке кардинально измениться. Признаки беременности. Существует ряд признаков, по которым, даже без визита к врачу, можно констатировать наступление беременности. Один из первых признаков – это отсутствие критических дней, которые при четком цикле в 28 дней, как раз в начале 4 недели и должны были начаться. Следующий признак вы можете не заметить, если у вас был ярко выраженный ПМС, как правило, во время беременности ваше психологическое состояние становится нестабильным, любой пустяк может вызвать слезы, вместе с тем, вы чувствуете усталость даже после прогулки, вам хочется спать, запрятаться в укромном уголке. Виною всему гормоны. Утренняя тошнота и резкая смена гурманских предпочтений должна натолкнуть вас на мысль о беременности, будьте внимательны, сильны. Токсикоз, когда рвота превышает 10, а то и 20 раз на день, может быть опасным симптомом, когда есть угроза прерывания беременности. Читайте статью «Рвота при беременности IGT, подмигивающее лицо». Увеличение груди и боли при прикосновении к ним – один из распространенных симптомов на 4 недели беременности, ваши молочные железы. Под действием гормонов начинают готовиться к предстоящему грудному вскармливанию уже с самого начала беременности. На данном этапе может несколько потемнеть ореол вокруг соска груди, на 4 недели беременности такая пигментация тоже норма, цвет изменится уже после родов. Вас может беспокоить чувство, как будто тянет живот, на 4 недели беременности такое возможно. На данном этапе эмбрион постепенно внедряется в полость матки и этот процесс может сопровождаться тянущими болями, запоры. И вздутие живота, еще одни признаки беременности на 4 недели. Под действием прогестерона, в состоянии сонливости находится весь ваш организм. С одной стороны это необходимо для сохранения беременности, но с другой, имеют место запоры, пища достаточно медленно продвигается по пищеводу и кишечнику, что дает возможность организму максимально извлечь из нее полезные вещества, но вместе с этим вы получаете чувство тяжести, вздутие и нарушение привычного режима похода в туалет. Обратите внимание, что вы можете ощутить как весь спектр симптомов, так и единичные и записанных признаков. У вас даже могут продолжаться критические дни, бывают и такие случаи, читайте статью, могут ли при беременности быть месячные. IGT, подмигивающее лицо. Подтвердить беременность можно с помощью специального теста на беременность или сдать кровь на ХГЧ. Диагностирование беременности – один из распространенных способов установления беременности, тест на беременность, приобрести. Его можно в аптеке, его цена может варьироваться от нескольких десятков рублей до сотен, но процедура их проведения стандартная. Необходимо собрать утреннюю мочу и опустить в нее индикатор. Две проступившие полоски – это повод поздравить вас с зарождением новой жизни, читайте статью по теме «Самый чувствительный тест». На беременность IGT, подмигивающее лицо. Не менее популярный способ – сдача анализов на ХГЧ. На 4 недели беременности уровень ХГЧ может подняться до 4000 единиц, далее, с каждой неделей, он будет неуклонно расти, опытный врач, после осмотра, уже через 2 недели после зачатия сможет разглядеть беременность, структура матки на 4 недели беременности изменяется, она набухает, становится более мягкой, кроме того уже начинает скапливаться слизистая пробка, которая все последующие недели будет защищать малыша и выйдет только непосредственно перед родами. Кстати, сами размеры матки еще не изменяются. С
Следующий способ – УЗИ. На 4 неделе беременности вам могут предложить пройти ультразвуковое исследование при помощи вагинального датчика. Такое УЗИ даст более точную картинку и поможет выявить патологии, если таковые имеются. Конечно, на сроке 4 недели беременности фото плода вам еще никто не сделает, так как сам эмбрион еще представляет собой писинку мини-грамма. Внешне это еще скопление клеток, без выраженных очертаний. Выделение и возможные осложнения беременности. Одним из признаков беременности является отсутствие кровянистых выделений во время менструального цикла. Однако, коричневые выделения в небольших количествах на 4 неделе беременности могут быть. Это следствие внедрения эмбриона в тело матки, их еще называют имплантационным кровотечением, однако сгустки крови в больших количествах, а также ощущение, что сильно болит живот, на 4 неделе беременности может указывать на угрозу выкидыша. Срочно необходимо вызвать скорую. Обратите внимание, что небольшие вкрапления крови могут появиться непосредственно после осмотра. Гинекологам, особенно при диагнозе эрозия шейки матки, кардинального лечения вам в вашем положении никто не назначит до конца беременности, но гомеопатические свечи или примочки помогут снять воспаление. Нормальными для данного срока являются выделения без запаха и цвета. Во время беременности их количество может несколько увеличиться, чтобы устранить дискомфорт, можно пользоваться ежедневными прокладками. Творожные выделения с кисломолочным запахом укажут вам на такое заболевание, как молочница. Ввиду ослабления организма заболевание может прогрессировать на ранних сроках, лечить его нужно обязательно, подробно об этом. Вы можете прочитать в статье «Молочница при беременности EGT, EGT, EGT». Зеленоватые или желтоватые выделения указывают на воспалительные процессы, в данном случае без специалиста не обойтись. Идите к врачу. Беременность 4 недели, что происходит с плодом? На первых этапах развития беременности каждый день, каждая неделя – это скачок в развитии будущего малыша. На 4 неделе беременности для описания плода более подойдет слово «эмбрион», его размеры – до 1 мм при весе 0,5 грамм. Даже не верится, что спустя время размеры этой крупинки будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Пока же, на данном этапе, эмбрион активно присоединяется к стенке матки и питается через ее кровеносные сосуды. Из них он добывает себе кислород и питательные вещества, позже процесс питания будет проходить посредством плацентарного обмена. 4 недели – очень важный этап в развитии плода, сейчас идет закладка зачатков всех органов и систем, любое заболевание, инфекция. Может нанести непоправимый вред будущему ребенку, повлиять на развитие внутренних органов, о том, как растет и изменяется малыш. Читайте в статье «Развитие ребенка в утробе матери EGT, EGT, EGT». Сам же плод представляет собой несколько слоев клеток, причем они делятся на зародышевые и внезародышевые, последние будут постепенно трансформироваться в плаценту, околоплодный пузырь и желточный мешок. Что касается зародышевых клеток, то их три вида – эндодерма. Она же прототип пищеварительной, дыхательной системы, печени и поджелудочной железы, далее – мезодерма, скелет, мышцы, сосуды. И сердце, и после – эктодерма, голова, кожа и нервная система. Узкие вопросы беременности. 4 недели беременности – время очень важное, ваш малыш еще очень мал и беззащитен, его не защищает плацента и любая инфекция или простая простуда могут иметь катастрофические последствия, вплоть до прерывания беременности. Температура. Обратите внимание, что ваша привычная температура может несколько измениться, 37 градусов при беременности может стать нормой, виной всему постоянные перестройки в вашем организме и дополнительная нагрузка на кровеносную систему, которая сейчас работает за двоих. По этому вопросу смотрите статью «Температура при беременности EGT, EGT, EGT». Важно, но будьте внимательны, появление насморка, першение в горле, кашля, ломоты в суставах указывают на простудное или вирусное заболевание. Срочно необходимо обратиться к специалисту. Самостоятельно принимать лекарственные препараты нельзя. Существует огромный список запрещенных препаратов для первого триместра беременности, их прием может вызвать патологии в развитии малыша или даже выкидыш. Также, изучите актуальную статью «Простуда при беременности EGT, EGT, EGT».
секс в силу того, что у вас тянет живот на 4 недели беременности и не покидает чувство усталости и сонливости, у вас может несколько снизиться сексуальное влечение. Не в пользу любовных утех выступает и ранний токсикоз. Не стоит расстраиваться, через несколько недель ваш организм привыкнет к новой роли, тошнота пройдет и секс снова войдет в ваши планы. Алкоголь, спиртные напитки во время беременности, как и другие вредные привычки, находятся в зоне табу. Во-первых, алкоголь негативно влияет на ваш организм, попадая в вашу кровь, он отравляет и малыша. А так как на данном этапе идет закладка внутренних органов, то предсказать, как этанол повлияет на эмбрион, никто не сможет, кроме того, алкоголь может спровоцировать выкидыш. Питание вы должны помнить, что во время беременности вы кушаете за двоих. Но речь не идет об увлечениях порций, пересмотреть необходимо качество еды. В вашем рационе не должно быть вредных продуктов и фастфудов, никаких консервантов, пустых калорий и сладостей, каждый день вам. Нужно употреблять нежирные сорта мяса и рыбы, молочные продукты, зелень и овощи, бобовые, каши, куда бы вы ни направлялись, берите с собой легкий перекус, яблоко, орешки, йогурт, и помните, каждый день вы должны выпивать не менее 1,5 литра жидкости, а это вода без газа, зеленый чай, свежевыжатые соки. От кофе и крепкого черного чая лучше отказаться. Подробнее о питании в вашем интересном положении смотрите в книге «Секреты правильного питания для будущей мамы» IGT. Берегите себя. Во сколько недель начинает шевелиться ребенок? Какие анализы сдают при беременности?